Знакомьтесь, Крис Бурниске, автор, оратор, эксперт по биткоину, аналитик блокчейн VRK Investment и аналитик следующего поколения, занимающийся большими базами данных, облачными вычислениями, кибербезопасностью и криптовалютами. Крис получил степень бакалавра в Стэнфордском университете в области исследования земной системы. Во время обучения он дополнительно участвовал в нескольких мероприятиях в разных странах, связанных с его профессиональными интересами. Он работал аналитиком VRK Investment, который является первым публичным фондом, занимающимся биткоин-инвестициями. Позднее он продвинулся по карьерной лестнице. Сейчас Крис является автором множества статей и часто выступает оратором на конференциях по темам, связанным с биткоином и эфириумом. Он давал интервью в качестве эксперта таким медиагигантам, как CNBC, Bloomberg, WCJ, USA Today и Guardian. Сейчас Крис работает в рабочей группе Blockchain Assets Working Group для Wall Street Blockchain Alliance.